Лучше высадка. По делу. Кары. Я кары. Зигзаг. 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 Белая. Белая. Уходи. Сейчас иду на кары, иду на кары. Сейчас хрена. Ага, белая, зигзаг. Подо мной обычно никто не появляется. Сейчас поднимаюсь на кары. Первый, почти. Слышу. Я за колонны ставлюсь. На карах. Одного тут вижу, и всех. А, походу вон там. Я за колонны. А, все, мы тут. Так, я пойду сразу на балку, в кишку. В кишку. Я тоже там, в кишку смотрите, пойду. Смотрите, центр под кишкой, потому что... Блин, туда. Ты что-то не туда маршрут держишь. А я просто... Все я думаю, пацаны... Блин, я тогда это, вы бегите, я отсюда вас потихоньку прикрою. Ты дальше иди, дальше Сабер иди. Кишку занимай. Ну ладно, иди в Юсек тогда. Я в кишке. Я за вами тогда. В кишке сейчас, скорее всего, длина будет занята. Ты на цистерне? Подожди, ты дверь к себе закрыл? Да. Угу. Зря. Зачем? Не зря, ни хрена. Я бы выглядывал в длину. Ага, чтобы теперь... его просто вантапнули с лестницы. Не обязательно. Я бы кинул гранату там. Ну либо это ты. Либо перебежал бы на лестницу. Так, ладно, все. Ну ладно, это. Давай тактикал интервеншн потом, хорошо? Так, у меня ж мольба прям рядом. Буду ну, пацаны вот, снизу решили. Давай-ка я, знаешь что, попробую закинуть гранату в окно. Смотри, если. Ты можешь... Подожди. Ты сейчас где? Вон, в бункерах кто-то есть. На цифрах. Ты по нему попал, это походу дикий. Или... Да, это дикий. Вон, бежит. Я сверху, Побежал в бассейн, походу. Потому что я не вижу, куда он бежал. Да, он рядом так, с бассейном. Попробую кинуть гранату в курятник. Просто для профилактики. Угу. Ну типа там кто-то третий или что-то такое, чтобы не казалось обидным. Это получается вот над цифрами сижу на балках. Возможно это бот просто который слинял. Кто-то со стороны это. Ну в общем в стылу где-то кто-то. Угу. Со стороны бесплатника. Ну цистерны. А, по балкам идет кто-то. Я сижу на них. Пошел на картах. Можно вот это и есть. Ну, на балках не упасть. У кого ж мольба? У нас. Сзади где-то. Да. Третий зал. С дырки, по-моему, вообще. Это третий зал. Так, меня спалил. Вот, вот в третьем зале меня спалил. На винтовой один. Вот? Вот на винтовой. Подожди, я его приму сейчас. Я вот не вижу. Ушел он, так, не ушел. Игроки. Я кину им туда гранату. Это, откуда? Кто-то на бесплатнике. Я туда гранату кину. Вот. Говоришь, у тебя еще там бот? Тут мне кто-то это выцелил меня прям в этом. На винтовой есть кто? Ну я сейчас смотрю, сейчас на винтовой никого не вижу. Был бот. Под нами, под этим. Я слушаю не на винтовой, я слушаю рядом с винтовой. Забирался на винтовую, я по нему пострелял. Ч-ч-ч. Я сейчас на деревянном полу. Буду смотреть. Пока никого не заметил. Ты где сейчас? Я сейчас вот деревянный пол. Ага. Так, под кишкой. Так, сколько мне там гранат осталось? Так. Ну, скорее всего, это дрянь. Я кидаю гранату в сторону первого зала. Кинул. Я же слышал, как ты чуку выдернул. Да, я слышу, кто-то бесплатник идет. Под нами. Ты? Я сейчас там будто в третьем зале. Короче, поднимаешь кишку. Хорошо, понял.
стоим. Так, пацан, боты трендят. На помойке, может? На мусорке нет. Скорее всего, в Зиге. Вот поэтому смотрите. Они могут прийти откуда угодно. Это первое, второе. Где все игроки, мать твою? Ну, они сдаелись. По мне, вот по мне шмальба, по мне шмальба. Первый зал. Попробуй туда гранату прокинуть. Вон, с это, с цифр идет. Дай-ка я попробую. Так, еще я слышу, на мусоре бегает, блин. Вот собака, ногу мне, блин, сломал, сразу прямо пошел. Что, ноги с собакой целят? Он в бассейн упал, по-моему, в бассейн убежал. Это ЧВКш. О, это, блин, этот, дикий был, дикий. Ну да, бот. Сейчас. Ну не знаю. Для бота слишком низкая скорострельность. И он по прямой побежал. Ладно, пойду тогда. В окно реально закинуть гранату. В принципе, реально. Только не знаю как. А чё дверь за собой не закрыл, блин? Ну, у вас хотел попросить. О, это рисковый пацан. Тогда, значит, они на втором этаже, раз ты тебя не палит. Так, я на лестнице. Вы тут на втором гранат кидали, а тут тут на офлайн лестнице немного прожектор сломали. Кто на третьем? Я на третьем. Все на третьем тоже. Я со стороны кишки. Я в картотеке. Угу. О, и фак. Я его лучше пропустил. А тут есть такая фигня. Это ты? Стой. Да, да, да. Пошли, короче, во второй зайдем. На второй зал? Куда? Этаж! Этаж? Угу. Ты будешь рашить его, что ли? Или ты уже там? Я уже его прошел от края до края. Быстро. Значит, из дырки? Нашел. Смотри, в казино может быть, чувак. А у меня ключи... А, казино вообще открыто, проверю? Оно может быть открыто. Сейчас проверю, просто... Нет, открыть ключом. У тебя есть ключ от завода? Да, давно уже. А, это от всех дверей. Ты... Ой, это кто там? Блять! По тебе? Да, по мне стреляют. Откуда? Это бункер. Ко мне, блин! Собака. Тут странно. Где? Так. Я на дырке зашел. На бункере, в общем, стреляли там по мне. Пацаны, у кого-нибудь шина есть? Есть. Что ты, давай к тебе сейчас приду. Давай в кишку. В кишку, да. Подойди, короче, сюда на документы. У меня, блин, там нога сломана. Немножко. Он мне, странно, он мне как попал. Он мне один в ногу, один в руку. Давай, сейчас. Ага. Сброшу. Причем обоими... Лови. Ага. На дырке есть кто? Нет. Из наших нет. У тебя... Мне, ладно, в общем, из ОП СКС выбили руку. Черная? Вон он. Да, ЧВКшник. Короче, ладно, сделаем чуть попроще. По тебе шмаляет? Я понял, где он? И где он? Одного вроде снял, он, короче, проходил. Блин, гранаты. С первого зала. Он это, на это, третий зал сейчас идет на насоску прям, на марше. Угу. Там второй чувак за ним. Второй чувак за ним.
Внизу, он идет на мусорке, где-то, где-то на элеваторах. Ага. Сейчас буду с деревянного пола их принимать, прикройте. Так, по металлу наши? Да, я цистерна. Так, мы это были. Мусорки. Я вижу тебя. Справа от тебя, там, сзади где-то чувак. Сдаился, сказал. Не знаю, где он. Вот где-то здесь он. Скорее всего, в бассейн спрыгнул. Не могу ну, точно не сказать. Откуда стреляют, не пойму. Да это я тут. По мне стреляют. Блин, Мишу убьют. Убили? Нет. Бот собой прокосил. Так где сейчас? Точно. Третий зал. Где именно третий зал? Который рядом с спуском, вот именно, в туннеле. Понял. Тогда я стекло попробую опрокинуть. Гранату. Не, просто там боты, блин, сейчас вот. Обитают. Потом, получается, мочканул. У меня граната кончилась. Так, минус один. Это кто, бот? Я убил бота. Глушителем. Я напротив насоски. Минус еще один. Это стрелял, да? Угу. Просто это важно сейчас. Так, кажется, еще. Короче, пацаны, давайте ко мне тут. Вот. Не спускайтесь, с них хабар хребем и валим. Где все? Я вижу Сека. Да, вот в кишке. Это СССРный, боюсь, что он подо мной. Так, 114 никому, короче, не нужен? Не. Нет, не вижу его. Мать твою. 153. Еще, может, бункер дошел? Не знаю. Не, пацаны, мне просто, чтобы чека-то, блин. А кто это? Кто в первом? В первом зале не я. Блин, я его не убил, я же пистолет. Mm-hmm. В общем, в первом зале там на балках прям, чувак. Это челобот. О, РГД. Так, мне нужно письмо. Тебе на бункер. Я знаю. В общем, он спрыгнул где-то. Или нет. В первом зале челобот. Еще раз. Я на цистерне. Так, я поднимаюсь на балки в третьем зале. Минус. Где он? Все, убил его. Он на балках там. Сдох? Да, сдох. Я ему голову выцеливал. Торчало. Он не понял откуда. Ладно, пацаны. Так, это да, вы сможете пока тут, пока я на выход сам пойду? Ну да, у меня вот уже полный рюкзак тихо. Ты убил? Ты чувака встретил там? Нет, я встретил только 4 ботов. Ты белый свет весь прошел, что ли? Ну, вернее, подвал. Нет, я просто пошел вот именно на перекресток, который... Просто тут два ЧВКшника проходило. Я не знаю, одного... Один, наверное, на карах где-то. Они, скорее всего, просто на бесплатнике сидят, кемперят. Просто что бесплатно. Может быть. Не, смотри, как они проходили. Они первый прошел, как бы, но он побежал направо. Да, 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 бесплатник открыт, бесплатник открыт. А второй, походу, он наоборот, в платник пошел. Ну, я не знаю, я там гранат столько. Кто это, где? Да, это маток. Расстреливаем. Пусто. Пуст. Угу. Я на дырке. Я на выходе. Так, иди-ка к нам. Ты письмо-то забрал? Да, да, я забрал. Ага. Ну, вот. Ну сейчас нормально. Вот, что одна сайка. Ну, потому что кто-то с ущербом. Так, ладно. Я на балк. Боты, а знаешь, вот почему все получилось? За то, что боты услышали стрельбу с глушителем и немного затупили. Так, я в этом в кишке. Да мы уже вышли. Вышли?
На бейсбол... да. Через платье? Да, да. Так, кому этот квест надо сдать, этой бабе, что ли? Я там ничего не лутал. Ну да, смотри как. Получается, сдаешь бабе само вот именно письмо. Само письмо бабе, зато оптом выполняет свои управы.